Всех приветствую на своем канале Татьянин день. Вот в один из теплых осенних дней мы посетили городской жилой район города Москвы. Находится он на МКАДе и называется совхоз имени Ленина. Это недалеко от Каширского шоссе. Это действительно удивительное место в всего Подмосковье. Попадая на территорию этого совхоза, поражаешься чистотой, комфортностью даже территории. Попадаешь как бы в атмосферу Советского Союза. Здесь столько зеленых насаждений, все дома в поселке отремонтированы, покрашены в яркие. Дворец культуры. Посещение территории совхоза совершенно свободное. Только единственное большое количество есть огороженных территорий, куда можно попасть только по карте-ключу. Это только для жителей совхоза. Так же, как вот этот спортивный комплекс. И еще есть парк с прудами, тоже с аттракционными, где люди просто ходят и отдыхают. А мы направляемся к парку Лукоморья. Это детский парк. Тут тоже свои правила существуют. Парк находится вот недалеко от Дома культуры. А правило такое, что на территории могут находиться не больше 400 посетителей. И в выходные дни здесь всегда большая очередь. Лучше приехать с утра пораньше или в будний день. Тогда свободно пройдете на территории этого парка. В этом кафе у дядюшки Ау можно перекусить. Проходим. Посещение парка бесплатное. И сразу мы попадаем в сад сказочных скульптур из персонажей сказок Александра Сергеевича Пушкина. Ой,
Там царь Кощей над златом чахнет. Ждем очереди. Мухоморами зарос. Для подвижных игр организованы площадки с горками, каруселями, батуты, веревочные лестницы, мостики. Есть площадки для малышей, цветочный городок Незнайки и его друзей. Повсюду в парке находятся статуэтки сказочных персонажей из известных мультиков. Детям очень интересно. Там нажимаешь на кнопку, и фигуры начинают двигаться и петь песни. Много нужно куду травку я уплетать, что красивой бабочкой иду стать. Ням-ням-ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням. Ням-н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 ям
Я сижу, а лежу. Что ты лежишь, а я сижу. Как мне нравятся вот эти комарики. Толя, лови. Когда надо нам жить красиво, когда надо нам жить раздольно, богатырская наша сила, сила духа и сила воли. Кто в теремочке живет? Кто-кто в теремочке живет? О, этот клобок живет. По дорожке, по тропинке, между снастем прыгать снег. Очень весело и древо, покатимся к голубку. Он от бабушки ушел, и от девушки ушел. Покатилась от моря, запынив послушный клобок. Прыг, скак, клобок. А в сказочном кафе у дедушки Ау, кто проголодался, может вкусненько пообедать.
О, какой у тебя стул! Кто сидел на моем стуле, да? Можно фотографироваться. Сфотографироваться с Незнайкой в цветочном городке. Доктор Пилюлькин лечит тут всех. В медицинском кабинете в белом халатике сидит, выписывает рецепты и дает советы хорошие, как сохранить свое здоровье, чтобы не болеть. Какой хороший доктор Пилюлькин. Орешки грызет. Ой, на нас смотрит. Зачем болтать нам залез? Как зачем? Вы не платите оброка. Не помните, положено на срок. Ну, София. Шкаф, какие у него. А ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе, я обнову. Дочь, ты куда там? Через кусты куда-то погнала? Доченька.
старик. За такое одолжение? Говорит он в восхищение. Волю первую твою я исполню, как мою. Мы сюда заходили. Нам еще удачно повезло. А сейчас столько много народу. Такой большой музей. Большой. Сколько экспонатов.